Меня зовут Алексей Асеев, я подписываюсь А13, рисую с 2000 года, сколько, ну 23 года в этом году будет. Я в основном всегда, когда рисовал даже граффити, больше не шрифты, а персонажи, и как бы я мало рисовал шрифтов, и где-то примерно там спустя 10 лет своего пути рисования, да, там именно баллончиками граффити, я узнал только о том, как нужно это делать правильно, ну то есть какие-то основы, вот. И потому что попал на мастер-класс немецкого художника, и ну, я был очень удивлен. По этому примеру, как бы, я делюсь знаниями с учениками, да, такими знаниями, которые им действительно дадут огромное ускорение в развитии. Ну и как там любой университет или любая школа, да, какая-то, конечно, ты больше добьешься, чем рисуя на улице. Ну или даже не больше, а быстрее. Сама школа была направлена на то, чтобы развить не только тегинг, да, а и остальные направления, такие как рисование шрифтов. И причем я старался преподносить именно, что это рисуется полноценно, да, то есть мы весь шрифт аккуратно рисуем. Мы сперва разрабатываем эскиз, потом после эскиза начинаем уже на стене рисовать. И обучение было именно баллончиками, то есть там, ну, самой техники рисования, аккуратной техники рисования. Ну, потому что я сам по себе аккуратно рисую, и ну, я не вандал, допустим, художник, да, я, который ну, аккуратно рисует на стенах в легальных местах. Соответственно, я ученикам тоже объясняю, что не стоит там, заниматься вандализмом, что можно пройти путь художника граффити на каких-то легальных спотах, рисуя на легальных стенках, где никто ничего не скажет тебе, да, и подход к рисованию тоже аккуратный, продуманный, законченный по композиции, по цвету, по всему, как бы по всем параметрам. Само появление каких-то галерей, да, которые помогают развиваться художникам, конечно, это здорово. Ну, как бы это вообще ну, супер неоценимый вклад. И чем больше будет какой-то ну, вкладываться в развитие искусства, культуры, конечно, оно же будет расцветать. Я сам прошел такой путь от граффити в галерейные художники, да, которые рисуют на холстах. Ну и плюс как бы тоже рисую на улице. Есть термин художник уличной волны. Вот, видимо, это я. Вот, чтобы они тоже стали такими, не застряли на граффити только, чтобы шире смотрели на мир.